Эти кадры китайской кинохроники рассказывают об освобождении острова Ицзяншань. Авиация первая открывает путь к наступлению. Вслед за тем к острову стремляются десантные суда. Наступление ведется одновременно с двух сторон. В течение 2 часов десантные отряды очистили остров Ицзяншань от гоминдановцев и взяли в плен более 500 вражеских солдат и офицеров. С освобождением острова Ицзяншань Народно-освободительная армия ликвидировала передовые позиции гоминдановцев, откуда они совершали пиратские налеты на побережье Китайской Народной Республики.